Это своего рода дренаж, каналы которого лимфатические капилляры собирают лишнюю жидкость из ткани. Эта жидкость, лимфа, попадает затем в крупные лимфатические сосуды, а оттуда в кровяное русло. Лимфа очень похожа на кровь, но бесцветна, так как из форменных элементов содержат только лейкоциты. Этот редкий кадр показывает, что лимфа движется благодаря пульсации, ритмическому сокращению стенок сосудов и наличию клапанов, открывающихся только в одну сторону.